Ну, у нас один попался на середине, а все под берегом, основные поклевки. Вот там вот чуть дальше за камышами мостик такой есть. Его можно под другую сторону забросить, там донец уже. И коряги выходят прямо сюда. Под коряги, если положить, то тоже, вероятно, поклевка. Да. И рядом со второй есть мостик. Садись, мы тебя покажем. Садись, сейчас мы тебя подвезем. Да? Давай тебя покажем, где. Да. Там такое дерево нависает, это сушняк, сухое дерево, видите, нависает над этим. Вот от него вправо, по той стороне, все рыбные места. Вот там, у нас поклевок штук 10 было, это мы взяли всего трех. А так... Да. Ты на блесенку, да? А джигригом не пробовал? Да, запросто. Давай.